Анна, Рамзи, Мяу. Сегодня снова с вами выдвигаются попробовать что-нибудь очень вкусненькое. Сегодня мы проанализировали ваши сообщения и составили такую вот программу. Сегодня мы будем кушать. Что мы будем кушать? Мы будем сравнивать красная одну... Красная цена и моя цена. Да, мы будем сравнивать красную цену и мою цену. Противостояние, магнит, пятерочка. Если и в этом видео, как и в прошлом, вы проставите 3000 лайков, то мы сразу же побежим еще какую-нибудь жраку снимать. Так что свои идеи пишите в комментариях как можно больше. Жмите колокольчик, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Анну Мяу. Ну и погнали. Ну и все, мы, короче, закупились, мы взяли в пятерочке, в магните, точнее, на 225 рублей, и в пятерочке на 214 рублей еды, там и кока-кола, и пицца, и вообще ништяки, и половина там всего то, что вы в комментариях писали, так что пойдемте вместе с вами тестить, сейчас в тачку это все дело убираем, ну и погнали. Нормально? Да, смешная ты булка. А что ты делаешь? Вот, иду в машину садиться. Иду садиться в машину. Не понял. Да садись уже. Ну ладно. В нашем пакете магнитовском не хватало вафелек за 18,45 рублей, так что добавляем к общему счетчику. Зацените, какой у нас превосходный, невозможно, нереальный стол. Красивая обецуха. Зацени, потрогай. Красивая. Ну да, потрогаю. 4 года почему? Нету. Нет. Ну, хоть бы бугорок, я чувствую, какая-то косточка тянется. Есть. Зацени бицуху. Ой, блядь, даже... Да ты жмешь даже не бицуху мне. А где? Вот тут она. Вот. А-а-а. Так с другой стороны удобно. Да нет. Да вот так надо, нормально. Ну, отстань. Трогай. Все, я хочу эту бицуху трогать. Ты начала. Все, я хотела, чтобы ты меня потрогала. Я не думаю, что твоя бицуха ворвется. Так, ладно, у нас замечательный сегодня огромный стол. С одной стороны у нас пятерочка, с другой стороны у нас магнит. Это мои пацаны, мои. Да, это мои. Ну, вообще, наоборот, должно быть, кстати. Магнит, они южные, а ты с Москвы. Да, да. Это вы, наверное, пятерочки. Я не знаю, откуда она изначально взялась. А они там все подряд у них хуй знает, я тоже не знаю. Но я уверена, что почему-то это вкуснее. Да, мне тоже почему-то кажется. Даже по пиццам, вот посмотрите, давай чуть-чуть приподнимем пиццу. Так у тебя, может, горячая? Мы разогрели, короче, пиццы в духовочке. Все красивенько сделано. И, ну, мне пока из пятерочки больше доверия. Нарядная. Но тут сыр плавится, а тут какие-то соломинки. Ну да. Смешные соломинки выглядят. С чего начнем? Так... Ну, мне кажется, мы все самое модное, молодежное взяли. Кока-кола, пиццы. Там они вообще в районе 50 рублей. Колбаски даже есть. Короче, у нас тут всякие пюрешки заварные. Да, и даже сладенькое сегодня будет. Скорее, сегодня первое видео, когда мы кайфанем. Да, прям сегодня вообще отдушинский. Сегодня мы кайфанем ну, жестко. Ну, на закуп шоколады, блядь. Ну, да, зато, блин, ну, два пакета и всего 500 рублей, в общем. Да, очень дешево. Ну, кстати, в магните дешевле. Тяжело нести аж было. В магните, кстати, не дешевле, дороже. А, ну, ой, блядь, дороже. Дороже. Да, дороже. Там этот дошик дешевле. Да? Он по скидке. А, так вафли тоже по скидке. А, они там все сегодня, смотрите, они дороже еще и по скидке. Да, 18 рублей это по скидке. По скидке дороже, а тут все без скидок ну и да, дешевле. Да. Ну, короче, такой магнит подставочь, блядь, от вас. С чего хочешь начать? Ну, главное, это мы любим кофеин, а кола надо. Сахарка. Ай, больная крышка. Давай помогу. Видел, как у меня праздник, да, если так оценивать, у меня пока жухленько было. У меня праздничная. Ну, у тебя прям она такая накачанная была. Как шимпанское. А бутылку давай проверим, бутылки. Одинаково дешевенькие. Ну, дешевые еще бы. Да. А, так одинаковые бутылки, вообще идентичны, смотри. А, да, одни и те же бутылки. У них узор тот же самый. Да, а может они произведены в одном и том же? Город Ярославль. Ярославский заводный напиток. Блядь, у нас да? Тоже. А давай адрес. Первая технологическая улица, дом 8, да. Дальшинский район, деревня Большие Колпаны. Просто блядь, по-другому. Блядь, еще один тоже напиток будет. А вдруг он разный будет? Давай, сколько стоит. Стоимость сколько?
Так, вот это бран. Вот это разоблачение, пиздец. Разоблачение, реально. У меня 25,99. А у меня 25,99. О, нифига, бля, брат. Вообще, блин. Это мы как боссы. Пятерочки и Магнита. Файт, Жужо файтинг. Так мы тоже сейчас пить будем. Ну и нормально, давай. На вкус одинаково. А вдруг оно по-разному? Мы, блин, немножко заруинили. Чё? Ну, жалко, что мы догадались до этого первее, чем попробовали. Потому что мы бы такие, может, а тут такая хуйня, а мы вкуснее. Да, потом бы прочитали и такие, сука. Ну ничего, блядь, школотрон, для школотрона охуеть, улететь можно. Не очень похоже на колу. Не очень похоже на колу, но, блядь, для любого школотона я... Ну да, как шипучки вот эти кока-колы. Я бы охуела. Это даже лучше, чем... Кока-кола. Что-то наряду рядом. Ну, это как будто отдельный напиток по вкусу. Да, что-то рядом с кока-колой, блядь. Да, ну неплохо. Неплохо, хороший неплохо, напиток, вкусненький. Мне понравилось, да. Как будто вода только какая-то странненькая используется, а так нормально. Кстати, что меня удивило, кола-то еще и низкокалорийная, без сахара, представляете? Блин, офигеть. Вот было бы у меня 100 рублей в кармане, я бы купила, блядь. Так это стоит 29,99. Да, еще вот из этого что-то сейчас я его попробую и точно... Ты на 100 рублей бы половину отсюда, пиццу да. Еще в пиццу, коле. Пиццу, ебать. Да вы еще, вообще вкуснятинка. Сейчас, секунду. Если соотносить вкус с ценой. Вкус с ценой, ну нормально даже. Десяточка, согласен. Десятка сходу, вообще вкуснятинка, пиздец. Так, ну, следующее. Ты давай говори. Ну, мне все равно просто. Я бы попробовал с, ну, не знаю, давай. Колбасень, что ли? Вот это. Ой, крабовые палочки, серьезно? А что, крабовые палочки плохие, что ли? Блин, ну, мне кажется, это самое то с кока-колкой. Да? Да. Крабовая палочка с кока-колкой. С кока-колкой, давай, твоя первая. Это у тебя, короче... 39,99. 36,99. Мои дороже. Нормально, твои дороже, наверное, они будут повкуснее. Вот мы сейчас узнаем, какие вкуснее. Ну хотя, вот и заморозки, они всегда самые дешевые, они всегда не вкусные. Да? Но они уже подразморозились. Ну даже нет. А даже вообще, а мне вообще... раньше я только такие да? ел. Все из заморозки они ел. Очень вкусные. Да? Да? Ну это Вику эту ешь. Вику? Вика. Вичи. Вику, блядь. Это, кстати, запах хороший. Кстати, даже вичи из заморозки, они невкусные. Запах хороший. У меня тоже пойдет. Давай понюхаем. Ну-ка. Друг другу палочки. Ну, у тебя... Понюхай друг другу палочки. Ну, у тебя одеколоном. Да? У меня прям крабкой. У тебя какой-то чуть-чуть кислецой. Прям крабкой. Кислецой. Даже расцветка крабки. Не, у меня больше крабкой пахнет. У тебя кислецой. Фу, у тебя одеколоном каким-то. Да, мне мои нравятся. Я своих пацанов уважаю. Блядь! А, блядь! Капец! Нет! А, нет! Нет! Сошел. Папе побежала есть. Бля, за дешевый вообще сойдет. А моя, ну, заебись, но как будто от Вики на 1/3 хуже. Ну, типа, вкус более пресный и с подтухшестью. У меня вкусно, попробуй. Да? Угу, попробуй мою. Ну, что, не доела, раз вкусно. Ну, я твою пошла пробовать. Пришла, вот попробую сейчас. Так, целиком ешь, раз вкусно? Да. Не, кстати, стоп. Теперь это пахнет нормально. Это вкуснее пахнет, это чуть-чуть кислецой какой-то. Просто ты мне какой-то кончик давал понюхать. Это суп-отход. Стой, подожди. Это более элитного. Это я твои пальцы нюхал. А, да? Каким-то, говорю, каким-то веществом пахнет, одеколоном. А, может, мылом. Пресное и с тухлицой, да? Сейчас отстой. Ой, фу, нет. А мне тут консистенция не нравится. А мне почему-то это больше... Да, тут консистенция в твоей лучше, но вкус у той выигрывает. У этой консистенция богатый палочки. Да, но вкус отстой. А у этой слабый вкусик, но вкус крабовой палочки. Да, но консистенция отстой. Да. Они примерно, ну типа, если по баллам, они одинаковые. Ну то там у той минусы, у той, да. Ну кстати, типа и с той крабовый салат нормально. Ну они съедобные нормально. Да, нормально. Даже из этого салат можно ебануть было, из этого неплохо. Под прошлым видео. Вам вообще когда-нибудь что-нибудь нравится? Да, мы. И тут мы такие, вау, а это вообще, да. Это вообще респект. Ну, реально нормально. Да, вот это. Она просто дешевая и вкус не испорченный. Тут маслом отдает чуть-чуть. Но эту я бы, ну, не вот эту бы я лучше купил. Ну да, у Магнита. Наверное, тоже Магнита. Чисто из-за вкуса. Да, если из-за... Ну, потому что как бы лучше потерпеть консистенцию, нежели вкус. Да. Ну, вкусно. Я бы стой-стой даже салат захуячила, не думая. Я бы попробовал пюрешки, да? Но для них надо кипяточки. Итак, кипяточек в студию прибыл.
и мне в глаза пюре хлопья вот так отлетели, блядь. А вкус как, запах? Очень невкусно. Да, реально? Вообще прям. Я думал, все пюрешки одинаковые. Нет. Это нормально пахнет. Только не резко нельзя, оно как перец. Это вкуснее. Это пахнет. Прям вкусно, да, пахнет. Это вообще не очень. Это как... Это как... Это как, знаете, у кого дома была такая, где хлеб хранить, как это называется, штука? Хлебница. Хлебница, во. И там, когда долго хлеба нету, вот такой запах. Да, что такое? Да, да, хлебница воняет. Я думаю, потому что там сухарики. У меня сухарики есть, у тебя нет сухариков. Ну, какие-то три есть. 26,99. 18 рублей 49. О, красная цена еще и дешевле. А пахнет-то лучше. Давай, заправочка пошла. Раз. Ну все, надо подождать теперь. Сколько будем ждать? Чтобы хлопушки разбухли, стало вкусненько. Да, ну теперь ждем, получается, и что делаем? Ну попьем пока. Да. У нас сегодня романтический ужин. Что-то все съесть решил. Ну давай, попробуем! Ну давай, попробуем! Вкусняшечко на бордершафт будем. Фу, ну кстати, она так разваливается стальненько. Да, у меня хорошая, смотри, у меня А у тебя прям пюрешка. У меня богатая. А у меня она как хлопья разваливает. Фу, смотри какие. Ой, блин, у тебя отстой вообще. Ну да, вам не объяснить, не показать, но... У тебя какая-то, знаешь, как будто распадается вся. Она, короче, да, такая. У меня такая, как каша, такая пиздатая, короче. Ну не, манка. У тебя чересчур наоборот, у меня манка. Как манка. У тебя как сало уже растаявшее. Нет, она так и делается. Как масло. Пирожки. Да? А у меня как будто хлопья, блядь. Ну, у тебя такая распавшись какая-то. Ну да, ну ладно. Ладно, у меня текстурка получше, конечно. Вкус ничего, нормальный. Не, консистенция портит весь вкус. У меня как вкус, запах хлеба, так и вкус хлеба. А у меня вкус ничего, но из-за вот этой рассыпчатой кусков пюрешки, короче, впечатление сразу портится. Я поняла, в чем проблема этого пюре. Твоего или моего? Моего, потому что оно, знаешь, какой вкус? Жареный лук и сухарики. Вот А у тебя куриная. Да, на, попробуй. Ой, если жареный лук и сухарики, тогда у меня вкуснятина. Нормально, нормально. Ну-ка, попробуй. Так, сейчас завидуешься. Вот консистенция, скажешь, все портит? Сразу, ну такой думаешь, ничего. И сразу из-за консистенции такой... Да, вкусный. Да, вкусный вкус. Да, но чувствуются гранулы картошки. Чё? Чё это? Чё? Фу. Вкусно у меня. Ты чё, я туда харкнул, да? Не-не. Там какой-то квадратик вонючий я съел. А ты ела квадратики? Вот, побольше вот этот. Ну это хотя, наверное, просто сухарик, а у меня чёрный прям был. Ну не очень это съедобно. Как будто мокрые шкурки лука. Там лук недоваренный какой-то. Вот, я говорю, как будто шкурки лука я поел. Мне попал лук с хрустецой на зубах. Не, это я бы не осилил. Ну, осилил бы, ладно. Я бы осилил. Это лучше всей еды, которая была в прошлых видео. Но все равно это невкусно. Я бы осилил нормально. Ну, оно, не знаю, короче, ну, тут я не могу оценить ничего, мне для не нравится. Для жареного лука с сухариками, ну хотя, блядь, 25 рублей, можно за эти деньги и доширак купить, например. Ну вот это вообще говнище. Ну все, да. Я ставлю и тому, 3 из 10. Пюре забраковываем, да, пюре не очень. Ну так. Я ставлю, например, 5 вот этому. Ну мне кажется, все ждут пиццу. Все пиццу ждут? Ну мы не будем поэтому ее есть. Давай что-нибудь другое пошли. Они ее сами покупают и да, такие, ну да, что там, вам нравится да, она да, или нет? Пицца, она будет и не в конце, чтобы они такие, сука, и таймингов нету. Да, да, где еще пицца, моя любимая? Да, придется все видео смотреть. Где они едят эту пиццу? Может, сырки? Давай, пахнем. У тебя чем? У меня... С ванилью? Да, мы взяли с магнита два вида, чтобы, ну, закрепить. Закрепить эффект. Да, у нас разные вкусы, у меня сгущенка... Ваниль. Ну, мы в целом продукцию шоколад, просто оценим. Шоколад можно оценить, да. 9,49? 10,49. Чуть-чуть дороже в пятерочке. Да, да, да. На рубль. На рубль. Ну, тут да, смотри, рубль. Она такая уже... Фу. Да, такая... Почему шоколад такой черный? Это что, это молочный шоколад? Давай я пополам сначала. Это молочный шоколад? Это я откуда знаю. Ну, что-то... там должно быть написано, типа... Да я уже сироп? Заговнил тут все вокруг. Ну, это не шоколад, это говно, это не шоколад. Но это и не творог. Это и не творог, это пиздёж галимый. На вкус нормально, мне нравится даже. Очень сладко. Пальчики оближешь. Очень сладко. Ну это нормально просто. Ой, не.
Очень сладко, да? Забраковываю, очень, чересчур, прям вообще разрыв. Может, я не распробовал? Шоколад такой, не шоколад. Шоколад, как бы порошковый шоколад какой-то непонятный, но точно не шоколад. 10 из 10. Ну ты, видишь, сладкоежка, блядь, какой-то, хуй знает. Ку 10. Не знаю, все сладкое, вся сладкая еда вот такая для меня. Я ставлю 5. Ну это 10. Не. Я... Чуваки, не верьте, там, ну типа, блядь, надо распробовать нахуй. Ты пробовал шоколад рассосать? Вот там какие-то шоколад-порошок. Я просто шоколад. Не люблю вообще, ну не то, что не люблю сладкое. Я никогда не помню, что вообще существует в природе сладкая еда. Угу. Я о ней иногда вспоминаю, когда Аня там шоколадку берет или что-нибудь. И когда я вот пробую это, я такой, ну сладко, ну да, вкусно. Ну ладно, ладно, я сладкоежка оцениваю на 5, не очень вкусно. Ну Аня, да, шоколад, разбирается там. Шоколад бутафорский, ну сладко чересчур. Если вы хотите именно, чтобы творога поесть и подкрепиться, чтобы полезненько было, то не похоже на то. Ну да, да. Теперь магнитовский, срок газированный, с дополнительным сгущенкой вареная. Смотри, как выглядит просто. Ну-ка. О, ну он, кстати, похож прям на нормальный. Зацените. Он, ну, типа, твердый. Этот рассыпался нахрен весь. А этот в твердом шоколаде. Ну и при том шоколад такой тоже видно. Но он не распал. Тут как будто шоколад толще и надежнее. Да, да, да. Консистенция, смотри, творога такая симпотная, да? Там даже прослойка какая-то. Ой, шоколад отстой. Попробуй отдельно шоколад. Такой дешевый с Деда Мороза. Весь попробую, вот сразу весь. Да я хочу отдельно распробовать. А, нифига ты. Тоже 10. Ребята, берите и то, если хотите за 10 рублей съесть что-нибудь сладенькое. Этот менее приторный, менее... Мне показался этот хуже даже. Ну он хуже, чем прошлый, на вкус. Он как будто, какой-то фейковый вкус в нем. Как будто его добавили извне. Тут дело в том, что тут консистенция хуйня, но вкус вкуснее. Тут... Где? В красной цене. А, да. Ну, а тут консистенция лучше, но вкус проигрывает. Ну, как всегда. Да, блядь. Вот это батл пятерочки и магнита. Да, и шоколад. Не, мне одинаково, и то я бы никогда не покупал. Ну, вот так, как я ем вот сейчас, ну, нормально. И то, и то. О, это картошка, сырок глазированная картошка. Мы, блядь, картошку-то и картошка. Красный, нет картошки, они уже сосут по перманенту. Картошка. А что значит картошка? Ты никогда не ел картошку? Что-то ты мне рассказывала, или ну, я типа ел и забыл. Срок какао, с какао. А я думал, с картошкой. Блять. А нахрена это картошка называется? Ну, почему картошка? Я еще ебу картошкой и картошкой. Я реально думал, там картошка. Серьезно? Ну, думал, я думал, типа сладкая картошка. Ну, а нахрена это назвать картошкой? Ну, а почему там не морковка? Свекла? Не знаю, ну срок свекла. Это же странно, что картошка свекла. Не странно, да? Ну, картошка это не сладкая штука. Ну, такое. Вкус Новый год с пылью. Ну, на картошку похоже. На какую, пюре, типа? На какую картошку? Прекрати это делать. Не, реально я пытаюсь понять. Блядь, ну на пирожное картошку нахуй. Вот я буду сравнивать сырок с картошкой, да, блядь, вот этой вареной. А что есть пирожное с картошкой? Или сырок картошка? Ну и пирожный сырок картошка, все есть. Сырок картошка есть, и пирожная картошка есть. И пюрешка, блядь, картошка, и вареная картошка, и жареная картошка. Ну ладно, я не могу понять. Ладно, не могу понять. Ну я пытаюсь, не получается. Мне не нравится. Это я все последнее испортил. Да? Он добавил вкуса пыли, как будто какая-то грязь внутри меня. Ну короче, нет, 5 это слишком было. 5 самый лучший был. 2 других не берите, если есть 5. Как их оценивать? Ну все сырки как говно, все ну сладкие. 7-4, картошки вообще, блядь, единицу ставлю. Так, у нас подъезжают 2 тарелочки для того, чтобы мы прямо сейчас испробовали замечательную вермишель. Да! 5 и... Да, магнит! Магнит! 9,49, 7,99. То есть разница 1 рубль. Да, 2 рубля. Рубля. 1,5 рубля. Я не могу вскрыть, ни хрена не сделали. Магнит, это похоже да? на ком. Почему у нее еда всегда вкуснее как будто? Это анаком! Ты радуешься, ты соскучилась по анакому? Да. А это анаком, скажи мне? Нет, это не анаком. А как ты определила? О, это не анаком. Это
Это анаком. У анакома маслечка должна посмотри. Быть. Посмотри. Блять, это походу и то, и то. Анаком? Одно и то же, по-моему. Да? Во время записи мы забыли посмотреть, кто производитель. Я это сделал после записи, да. И да, это один и тот же производитель по одному и тому же адресу. Ну хватит туда носом в мою лапшу тыкать. Одно и то же это. Да? Да. Походу, вот так много нюхаешь, когда их сразу. Да? А ты, почему блядь? Они иногда, суки, такие, делают одно и то же для народа нашего по цене разной? Ну давай, попробуем, ладно? Давай. Давай, готово? Анакомчик, не подведи, брат. Нормально. Ну, прям нейтрально хорошо. Я, блядь, тебя сейчас съем. Я тоже. Ну, он нейтрально хороший, как, знаешь, куриный супчик. Да-да, я сейчас сожру. Дай попробую. Да, с одной и той же, что толку. Да чё ты так не веришь прям? Потому что посмотри производителя. Вот а ты уже посмотрела? Знаешь. Нет. У тебя другой, у тебя вкуснее. Неужели ты наёб? У меня реально другая. Это разные лапши. Потом ешь, и кажется, что нет. Через время. Специя разная. Да? Да, просто специя разная, и всё. Это прям потом... круто. Может, это ностальгию потому что вызывает? Не, у меня нет ностальгии. У меня ностальгию вызывает, потому что это тот самый Ролтон, когда вот он только появился. Вот Ролтон вот так вот, ну, был такой на момент. Кстати, бульончик охуенный. Да? Попробуй бульончик. Да? Бля! Попробуй, балдежнешь. Не, охуенная штука. И то, и то охуенно. Десятка. Ебать. Чудеса за 10 рублей! Первое событие, ребята, сенсация. Первое событие за все наши выпуски. Никакой нахуй, даже роллы никакие не сравнятся с этим. Ну это реально пицца. Круто было. Это было вкусно, это прям балдежно. Ой, что эмпедицит. Либо просто дочек Ролтон заебал вот для разнообразия. Да? Вообще, прям это прям вот реально, ну у меня вот я пока... Прям прикольно. Твое что-то мне что-то... Да а нет, вот мое, вот прям куриное такое, лайтовенькое, вкусненькое. Она какая-то у нас жористая. Ты скептично относишься к моей лапше. Ну, наверное. Она ну, что-то очень вкусная. Не родной вкус какой-то там. Да. Десятка. Десятка. Вообще прям. Твоему девятка. Ой. А моему? Твоему? Ну, десятка, они обе десятки. Ну, у тебя девятка, у меня десятка. Ну, ладно, все, отстань. Все, ладно. 18.45 по скидке против 20.49. Ну, стой, давай, вот эта этикетка мне больше нравится. Этикетка, да. Вообще, она такая гламурненькая прям. Да, ну, такая прям, да. Ну, у меня такие просто. Ну, у тебя бабки чисто... Дефолтные. Да. Ну, у тебя по-моему. Вот такие берут бабки с золотыми зубами упаковки, а такие с, нет, ну, кстати, серебряными. Не, мне, конечно, наоборот. А те серебряные, потому что красная цена, блядь, на всю, сука, на весь район торчит. Не, маленькая. У меня непонятно. У тебя все. А у, меня, так, у тебя просто непонятно. Я реально. Спокойно. А магнит как будто стесняется, заметила своей продукции? Да? Я вообще не понимал, как выглядит магнитовская продукция. Я понимала сразу. Тайну. О, пахнет-то как. У меня тоже. Ну, хотя у меня сливочно. У меня химикатами сливочными. Я не разбираюсь в этом. Ну, да. Явно так сливки не пахнут, но вкусно. О, у тебя вкуснее да, пахнет. Да. У тебя охрененно пахнет. Да, прям. Да. У тебя прям очень вкусно. А, у меня химично. Ой, попала пыль. Как много. Любимые вафли, блядь. Теперь стали самые любимые. Ладно. Ну, вафли и вафли такие слабенькие, но пойдет. Вкусно? Ну, какие-то слишком химичные, но все равно. Ну, слушай, за такие деньги это охуенные вафли. Ну, я прям вообще только не хочу. Бывает хуже, бывает хуже. Но мы сегодня не сравниваем там, ну, какие там внутри вещества. Состав. Да, полезно это или нет, мы именно по вкусу. Да, блин, ну по полезности, понятное дело, что нихуя из этого ничего не полезно. Ну, не знаю насчет лапши. Лапша полезная. Да, курененькая. Да, ну-ка. Ничего не чувствую пока что. О, не, масло. Эти, да, те не такие. Не, эти не очень. Эти очень масляные и, не знаю, оно все перебивает как будто. Я не чувствую вкус по сравнению с теми. Не, мне кажется, эти лучше явно. Намного. Магнитовские вафли прям охуенные. Эти прям, ну, насыщенный вкус. Да, эти прям вот такие, ну, чисто... И жирненькие как будто. Да, да, не масляные прям. И при том, наверное, там не масло, а маргарин все-таки. Но если эти не пробовать, ну, все равно не очень. Ну да, такое. Ну, это десяточка. Да, за свою цену, конечно. Думаешь, десятка? Ну, 20 рублей. Ну, да, согласна. Тогда согласна. Ну и все, осталось самое-самое легендарное, самое-самое вкусное. Пицца? Пицца и колбаса. Ну с чего начнем? А мне знаешь, как надо, кажется? А. Ну да, попробовать пиццу, потом попробовать колбасу,
И если колбаса кажется вкусной, потому что мне почему-то кажется, что пицца будет вкусной. Наложить, да? Все, да, вообще за кадром. Давай, давай. Вообще. За кадром, потом да, сожрать? Чтобы вот так мы ее скрутим и вот так будем есть. А, бутерброд? Да, да, да. Ладно. Мы разрезаем первую. Ну, кстати, я не фанат таких пицц. Я их никогда просто не ел. Я их культуру не понимаю. Ну, я тоже особо не ела. Я предпочитал всегда вместо такой пиццы делать дома горячие бутерброды. Да, да. Берешь просто хлебушек, что туда хочешь накидал, в духовочку положил. Угу. Зачем мы их режем вообще? Надо было взять и попробовать просто целую. Да ладно! Нормально, ладно. Давай еще вот так на кусок. 59,99. 54,19 моя дороже. Сколько моя 54,19? 54,19 моя. 59,99. Мне оказалось почему-то, что из пятерочки выглядит красивей. Да. Но сейчас в разрезанном вот тут состоянии смотрю, как будто из магнита красивее. Магнита, да, мне кажется, тоже из магнита покрасивее. Тут как будто больше зелености какой-то лежит. Да, тут тоже огурчики есть маринованные. Да. В этой, так. В этой тоже. Давай вместе одну, да, пробуем. Давай, давай, сначала красная цена тогда. Да. Согласен? Да, да, да. Так, ну будет тесто такое жесткое, конечно. Тесто дохуя просто тесто. Нормально. Ну, такое. Для любителей. Ничего не чувствую, кроме теста и томата. Тесто и томат, да. Ничего не чувствую вообще. Я знаю, как для чего покупают такие пиццы. Чтобы на нее накладывать много чего своего. Ну, типа как подложка пойдет. Ну, кстати, и так вкусно. Ну, если не. Ну, как подложку рассматривать. Нормально. Если не думать, что это пицца, это очень съедобно и вкусно. Ну да, прикольно, прикольно, как бутер какой-то. Да, да. Да, как бутер, прикольно. Да, бутер. За 50 рублей бывает лучше пиццы. Но на вокзале, если кто-то ну, где-то. Ну да, ну там кусочек. Ну да, там не такие большие. Ну ладно, давай эту. А мне это больше нравится. Ну это типа, ну хотя, именно как подложка, это пицца лучше. Да. А, блядь, не как подложку это нельзя рассматривать, как ну, отдельную хотя... пиццу. Это, короче, она сочнее в магните. Да. И за счет своих овощей всяких штук. Не, магнит выигрывает тут, явно. Но да, это да, на да. мой вкус. Да, да, я тоже вот сейчас больше съел. Да, да. Вот эти колбаски, которые там и там находятся, это просто развод. Их убрать, и ничего не изменится. Ну, так магнитовская будет. Лучше, она сочнее и прикольнее. Да. А так обе ничего, нормальные. Ну, пойдет, да. Типа, если сюда еще колбасы свои накрошить. Вообще. Ну, это если ты хочешь прям да. вау. Да, это будет прикольно за 50 рублей, если пойдет. Хотя вот сейчас после вкуса у меня прям, ну, от пиццы как будто. Да? Ну, прикольно, вкусно, вкусно. Да. Давай. Вот так вот. Опа, опа. А что, ты еще тремя можешь жонглировать? Опа. А, все, на месте колбасы могло быть стакан. Так, красная цена и моя цена. Чья цена, ребят? Чья цена? Сейчас твоя? Мы выясним, чья цена. Крутая цена, самая невероятная. Моя пятерочкинская колбаса. 32,48, 39, 89. Раз. Фу, блядь, там копыта, блядь. Ну там молотые костяшечки. Мы разоблачаем вас, красная цена. Так, ну это фарш. Нет, ой, хочу. Это ужас, это ужас. Так. Там пыщи цепни. То же самое. Ну тут лучше, явно. Цвет другой. Нет, тут лучше явно. Нет. Ой, блядь. Давай твой фаршмак, блядь. Это, короче, пиздец. Ой, она даже так странно проминается. Смотри, она крошится. Это фарш. Попытались зажелатинить так, что желатин аж видно. Да. Тут такие, вот смотрите, ой, какое. Ой, там черные какие-то вкрапления, кости там какие-то. Притом черный не перец, не перец. Кстати, ну, запах не страшный. Запах ничего. Такой. Запах ничего. Паштетный. Нормальный вкус. Консистенция ужасная. Не мерзкий вкус, если бы не консистенция. Паштет, паштет. Да, чистейший. Да. Какая, блядь, колбаса. Это, мне да. кажется, это можно намазать на хлеб. Я и говорю, да, да, так и есть. Не, ну, ну я просто стоит. Вообще, сколько стоит? Просто я не представляю ну, колбасу вообще за 30 рублей, в принципе. Ну, я колбасу не могу представить. Ну, можно за 30 рублей представить. Вот, вот да. эти, пожалуйста, себе. Ну да, согласен. Ну, термагнитик. Ну ладно, магнит. Тут пахнет боль по-свинячьи. Тут, кстати, консистенция другая, немножко... Но похожая. Ну, похожая, да. Ну ладно. По-свинячьи пахнет. Да. Такое, ребята, 1 из 10. И тому, и тому. И тому, и тому. Это вообще невозможно есть. Йоу, блин, отстойчик. Да, нахуй. Бассейн, только ебаный, можно блядь. Кушать здесь вкусную лапшу. Да, да, лапша прям десятка. Я, да. прям, я прям в восторге, готова петь песни. И кока-кола. И кола, ну да, да. Ну и пицца. Ну и пицца, ничего. Ну короче, да, наш фаворит сегодня остались вафли, пицца, кола, да и лапша.
Остальное... А мы не посчитали, кто выигрывает? Я не знаю. Магнит, по-моему. Ну, по-моему, сейчас, по моим впечатлениям, магнит. Да, по-моему, магнит. Вафли из магнита, пицца из магнита. Крабовые палочки тоже из магнита. А, ну, хотя... Крабовые из магнита. Не, ну там вкус лучше был в магните. Да, пюрешка из... тоже непонятно. Ну, не, пюрешка, фу, и там. Да, ну чисто если по вкусу, то магнит все. Да, магнит, лучше. Да. У-у-у. Спасибо большое за просмотр. Ну, вот такой был видосик. Предлагайте какие-то идеи еще с едой, связанные в комментариях. Да, также, мы короче. Мы читаем, и набираем ваши идеи. Вы там писали про красную цену пиццу, там вот мы и взяли. Да. Это, как его? Короче, у меня для вас сейчас программа квестов в интернете. Смотрите, вы сейчас заходите в описание, заходите на Twitch Анимяу, подписывайтесь, возвращаетесь сюда, нажимаете сюда на подсказочку и попадаете на прошлый наш ролик, где мы пробуем еду, а? Как тебе? Идеально! Да, и смотрите и меня, и Аню, короче, каждый день. Да, замечательный план. Да, спасибо большое за просмотр, с тобой был Джим! И она!